37-летняя Светлана Лобода продемонстрировала потрясающий сценический образ. Исполнительница хита «Твои глаза» облачилась в откровенный наряд из мерцающей ткани. Поп-дива гастролирует по Азии. Лобода показала один из ярких аутфитов, которыми радует зрителей. Светлана попросила запечатлеть ее в роскошном гостиничном номере. Певица позировала в длинном золотом платье с пикантными вырезами. Глубокое декольте сконцентрировало внимание на ее пышной груди, а высокий разрез справа соблазнительно оголил ноги. Звезда подобрала оригинальную обувь, создав выигрышный ансамбль. Она выбрала золотые ботильоны с открытым носком, инкрустированные стразами. Светлана сделала лаконичную укладку и выпрямила свои белокурые локоны. Певица ярко накрасила глаза контрастными тенями и предпочла светлый маникюр. Ногти на ногах она покрыла темным лаком. Лобода украсила шею многочисленными золотыми цепочками, надела крупное кольцо и несколько браслетов. Артистка также сняла себя на селфи. Дерзости образу добавили темные солнцезащитные очки, которыми Светлана прикрыла глаза. «Вы готовы?» — поинтересовалась она, намекая на скорый выход нового альбома. Фанаты отреагировали на новый образ и вопрос секс-бомбы. «Ждем с нетерпением, безупречная, вы просто нереально красивая, наряд что надо. Глаз не отвести, лучшее». Восхитились они. Молодая мама порадовала поклонников кадрами с 1,5 годовалой дочерью Тильдой, лицо которой скрывает. Девочка запечатлена с наушниками. Тиля слушает мамин новый трек, отметила Лобода и нежно погладила малышку по голове. Светлана также воспитывает 8-летнюю Еву. Недавно певица показала редкие кадры с обеими наследницами. Лобода ранее восхитила мужчин в платье с эффектными разрезами на обе ноги. Она поразила поклонников поперечным шпагатом на пляже.